Chill quest marker, show where the monster roam. Find them, defeat them and use feather. Короче, этот квест, он не сундук показывал, а место, где обитают те птицы, из которых падают перья, из которых надо что-то скрафтить потом. Я перья уже собрал, а что с них крафтить? О, взял, вот это надо крафтить. Все, то есть я все выполнил, все нормально. Вот, и вот эта штука, она телепортирует нас всегда сюда. Давайте проверим, вот смотрите, мы уходим. Оп. Да-да-да. Вы хотите назад? Давайте. Как она нас телепортирует? Один раз используем. Так. Мы улетели, и мы прилетели к флагу. Все нормально. Вот так вот, если мы заблудились, можно использовать. Хорошо. Молодец, чувак. Спасибо, что подсказал. Шкипер, плей. Здорово. Так, хорошо. Завтра у нас будет стрим по игре Crash Bandicoot Racing. По-моему, она так называется. Мне завтра игра придет. Но будет поздний стрим, как обычно. Потому что пока она придет, а я еще утром хочу там кое-куда съездить. Поэтому, наверное, даже если утром придет. Как правило, доставка днем идет, так что... Не скоро я стрим завтра запущу. Пока придет игра, пока ее установлю, запущу, подготовлю стрим и будем стримить новые гоночки завтра. А сегодня что-то захотел стримить и что-то не знал что. И вот у меня диск лежал, который я ни разу не запускал. Купил еще в прошлом году. И вот такая няшная игра была. Мне нравится. В общем, она очень плавно идет, не тормозит, графика нормальная, все как бы. Хорошая игра. Хорошая. А мы тут выполняем всякие квесты пока что. Ну, а так и называется квест. Dragon Quest. Может, мы уже закончим этот первый уровень, мне вот интересно. Или они еще от меня что-то захотят. Она снова напоминает, что если нету места, положи что-нибудь в сундучок, как бы. И что? О, Cook Fire. Это какая-то очень хорошая еда там готовится. Build a room from ground up. Room must have two blocks high wall and... Что, мне снова надо строить комнату? Ой, снова комнату крафтить. А можно ее просто самому покрафтить? Блин, а в этой комнате нельзя это сделать? Вертел этот. Не хочу ради этого новую комнату делать. Cookfire, что нам нужно? Bonfire один нужен. Значит, мы крафтим bonfire. Чик-чик-чик-чик. Готово. И теперь cookfire делаем. Оп. Блин, я не знаю, зачем внутри дома это ставить, если можно это поставить снаружи. Так, и мы можем что-то крафтить. Грибы на палочке. И какое-то яйцо. Но яйцо у нас нету яйца, поэтому грибы на палочке делаем. Как раз таки, помните, грибы собирали? Ну-ка, давайте скушаем, что будет со мной. Оп. 20% типа лучше еда. Обычно яблоки 10 восстанавливают. Ну, кстати, здоровье чуть не восстанавливается. Восстанавливает только сытость. Так. Да, и что? Я сделал все. Чё и дальше? А где эти ребята делись? Сделай кухню, говорят нам. А, то есть нужно специальную комнату. Должен быть сундук и должен быть кукфайр. Хорошо, делаем кухню. Кухню так кухню. Блоков у меня хватает, давайте делать. Следующее будет вот здесь вот у нас. Я даже стенку эту использую, чтобы так вот экономить ресурсы. Пам-пам. 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 Здесь дверь будет. Пам-пам. Пам-пам. Ой, видно, как ночь наступает, видите, сразу. Темнота. Все темнеет. Кухня побольше пусть будет.
Может, я потом стол скрафчу и будем за столом сидеть кушать, если такое возможно в игре. Чтоб место под стол оставалось, чтобы мне потом не перестраивать целую комнату. О, а здесь я сделаю специально вот так вот, используем это место, и в конце просто сундук будет стоять. Идеально. Вот смотрите, оп, а внутри будет сундук. Может потом окна делать, но я пока не умею окна делать. Возможно, скорее всего, потом нас научат, как делать окна. Значит, нам надо дверь, нам нужен сундук. И вот эту штуку я просто сломаю и перенесу. Оп. Так, значит, давайте делаем сундук. Это просто критерий, чтобы считалось, что это кухня. Должен быть сундук. Должен кукфайр быть. И дверь я поставлю. Дверь я поставлю. Может и без двери можно было, я не знаю. Скорее всего нельзя. Значит, дверька у нас будет вот здесь. Открываем ее. Сундук будет вот здесь в углу. Специально под него сделал. Оп. Ну и вертел самый главный будет в центре комнаты где-нибудь. Не в углу. Чтоб пожара не было, а вот так вот. Все, готово. Это у нас кухня теперь. Ту-ру-ру-ру. Пойду дальше квест брать. Правда, они уже спят, но... Мне все равно. Мне нужен квест. Просыпайся. Квест выполнен. Еее! Так, что-то готовить, что ли, надо будет, походу? Что-то экзотическое. А, это, может быть, грибы, которые мы уже сделали. Да. Он говорит, принеси мне немножко, это, грибов на палочке. Хорошо, давайте сделаем грибов ему. А как можно выбирать побольше крафтить? А, вот есть кнопка, можно сделать максимально возможное, сколько. Но я не буду столько крафтить. Я сделаю 3 штучки. Хотя можно все сделать. Мне кажется, грибы не особо нужны. Да, используем все. Оп, сколько? 7 грибов у нас. Ой, 7. Достаточно, достаточно. Так, на, кушай. Перед сном как раз поешь, чтобы лучше заснуть, да? 3 штуки ему надо было, я даже не знал. Он говорил, несколько. Я думал, одной хватит. Нет, 3 штуки. Ну ладно, мы 7 сделали. Давайте дальше квест. Хочу квест. Хочу квест. Дайте квест. Дайте квест. Опа. Так. Так, 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 так. Я закончил читать свою книжку. А, ты закончил читать книжку, он говорит. Это которая у него там была в его доме. Далеко-далеко на острове, походу. Когда ты создаешь комнаты, ты можешь повышать свой уровень базы. Ну, это понятно было. У нас сейчас первый уровень базы. Если там чуть-чуть сделать, вроде уже второй скоро. А нет, что-то мало очень уровень базы. Короче, он говорит, надо повысить уровень базы до второго уровня. Как? Я не знаю, потому что это много опыта надо получить. Горшок он научил нас делать. Можно делать горшок. Room for improvement, decorate room. А горшки, короче, если ты ставишь горшок в каждую комнату, дают 50 опыта. Ну, написали. То есть сейчас будем горшки делать. Но чтобы горшки сделать, надо что там? Сейчас посмотрим. Create what you fish from pot you just invented as true mattress for your town people to sleep upon. Эти, ну... Короче, нужно делать кровать и горшок. И тогда, типа, они более уютно себя чувствуют в комнате. Как-то так. Хорошо, что еще он мне говорит?
Он мне, походу, много-много квестов дает. Проблема в этой игре, что нельзя нажать кнопку, посмотреть, какие квесты у меня уже есть, например. Надо их запоминать всегда в голове. Не, дальше он уже ничего не дает. Он мне говорит, типа, иди работай, второй левел, второй уровень нужен нам. Хорошо. Ой, я случайно нажал опять. Все, хватит говорить. Все, все. Готово, все. Поговорили. Значит, посмотрим, чё, как крафтить. А что здесь написано, кстати? Это я читал? Монстры всегда атакуют с этой стороны. Поэтому нам надо построить стену, написано. Хорошо. Так, что крафтим? Горшок. Где этот горшок? Вот он, горшок. С чего делают горшок? Земля плюс голубая жидкость. Хорошо, давайте два горшка сделаем. Раз горшок, второй горшок. И говорят, надо их ставить, где кровати есть, я так понимаю. То есть, если обычная комната нет кровати, там нет смысла ставить, что ли? Ну, давайте проверим. Здесь поставили. Так, 50 опыта дали, хорошо. Хорошо, а если второй горшок поставить? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Просто три, и так вот. Тоже 50 опыта. То есть, можно миллион горшков в одной комнате ставить. Но я так не буду делать. Я везде поставлю по горшку этому. Это типа декоративное украшение такое. Так, нужно слизняков поубивать. У меня жидкость закончилась. Это. Так что пойдем на охоту. Раз. Не попал я. Оп. Оп. Куда убегаешь? Попасть не могу. Оп. 6 урона. 5 урона. Ну и по мне немножко залетело. 3 урона. Так, вот этого еще надо. Раз. Два. Так, вот с этих я не знаю, что с них падает. Нам, походу, не надо ничего с них. Я даже не знаю, выпало что-то или нет. Не видел я. Так, нам эти не нужны. Нам нужны слизняки. Слизняки. Няшные которые. Вот они, вот они. Они чуть здесь находятся. Чуть дальше уже более другие враги появляются. Все. Но они говорят, типа, горшков много делай, чтобы это... Чтобы повысить левел. Но, блин, за горшок 50 опыта всего дается. Что я буду столько горшков делать? Это какой-то бред, мне кажется. Мне кажется, что-то еще можно здесь делать сейчас. А, может быть, просто комнаты, что ли, сделать? Спальни, именно. Жилые такие комнаты. За них, может, много опыта дают. Чтобы другие люди пришли к нам жить в деревню. Может быть, ради этого надо кровать сделать еще одну. Целую комнату сделаю. Ладно, давайте еще сделаем. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот с этой стороны будет, короче, вход. А, давайте вот так сделаем. А, давайте здесь прям сразу дверь будет такая. Оп-оп, сразу дверь, и потом... Потом вот так все. Спальня будет здесь у нас. Раз-два. 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 Может, большую спальню сделать? Там кровать 5 поставить. Реально прям. Общежитие будет у нас тут. Будем... завлекать всех жителей сюда. Оп-оп. Ой, ошибочка. Ошибочка, бывает, бывает. Ой, еще одна ошибочка. Спешу. Проблема, что в этой игре ты не видишь, куда ставить, пока не нажмешь кнопку. Поэтому я и ставлю просто вслепую иногда. Еще он не хочет иногда вот направо ставить. Он как-то по диагонали любит ставить. Вот видите? Странно. Так, закончились. Закончились блоки. Надо новые найти. Оп, 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 оп. Хорошо, что они так быстро добываются. Никаких проблем нету. Только оружие быстро выходит из строя. Ой, еще поставил зачем-то. Оп. Ну тут почти готово уже, только дверь осталось поставить. А дверьку скрафтим. Дверь скрафтим. А где дверь? Straw door. Крафтим.
Готово. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Опа! Ой, чуть не туда. Подождите, а что она так поставилась? Атака, атака монстров прямо у нас. Что за дела? Дверь неправильно поставил. Сейчас я исправлюсь. Вот так. Теперь кровать нужна. Кровать как строить? Сколько мы делаем? А, максимум две. Ну, давайте две кровати сделаем. Больше не получается. Ресурсов не хватает. На-на-на-на. Ну чё, как будут спать они? Вот. Через один. Вот так вот будет. Оп, оп. Так, сундучок теперь нам надо сделать. Сундучок. Бам-бам-бам-бам. И одну вазу сделаем. Так. Ставим, значит, сундук где у нас будет? Ну, сундук где-нибудь. Ладно, пусть тут стоит. Но почему-то не засчиталось мне, как комната готова. Я не знаю, почему. Я что-то не так сделал или что? Что не так с этой комнатой? Мне не засчитался опыт вообще. Вообще никак не засчитался. Меня даже за горшок не засчитали. Как будто это не комната. А, нужно, наверное, еще огонь, что ли? Или что надо? А, факел нужен. Все ясно. Факела нету. А вот теперь... Когда я факел сделаю, все засчитается. Так, где факел-то? Вот, торч. Сейчас все будет. Так. Значит, факел будет вот здесь у нас. Да, все, засчитали, смотри. Те. Сколько же нам опыта дали? Что-то я не понял, нам нифига не засчитали или что, опыта не прибавилось. Короче, дальше надо играть до второго уровня, я не понимаю как. Что я должен сделать, чтобы был второй уровень? Так, эти ребята проснулись, может еще раз поговорить? Что-то не понял, может быть с девочкой надо поговорить? We can't have you thinking you have still there's not my place to tell how to do your job, what you can do to build it. You have the power to beat so many things. Create what you... Да блин, у меня людей больше нету. Тут типа подразумевается, что ко мне кто-то придет, наверное, жить. Либо мне надо вот эти стены все переделывать, которые уже здесь стоят. Я вот не понимаю, что они хотят от меня. Может, мне вот здесь надо просто все сделать? Вот типа здесь добавить сундук и факел. Ладно, пойду сделаю. Значит, сундук, факел и горшок надо сделать. Сейчас проверим, как это работает. Значит, сундук... Горшок и факел. Не, факел уже есть. Дверь там нужна. Так, а дверь уже нельзя сделать, нужно листья искать. Погнали искать. Листья. Вот они. Оп. 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 Побольше их надо. Мне надо, походу, сам город отстроить, не ставить в других местах ничего. А в самом городе только считается. Так. Дверь. А, мне уже места вообще нету под все.
Хотя я все сделал, что надо было. Может, реально надо достроить просто вот то, что здесь готово. Вот типа дверь здесь поставить. Сейчас проверим. А то не понимаю, как у меня столько опыта набрать. Опять не туда дверь ставлю. Рано слишком. Так, дверь готова. 70 опыта. Да, здесь идет опыт. Вы сделали, типа, пустую комнату, мне написали. Так, а кровать я не делал, да? Кровать я не делал. 50 опыта. Сундук дает опыт или нет? Блин, как мне вот это вынести все? Комната уничтожена. Что я факел уничтожил. Так, а если кровать доставлю? Сколько мне дадут за кровать? В общем, тут надо все доделывать. Потому что вот это не засчитали как комнату. Или засчитали... А, опыт не дали. Короче, я все отсюда заберу. Кровать забираю. Сундук забираю. Здесь никому... Им не нужно здесь ничего строить. Я забрал. Так. Где поставим? Вот здесь. 30 очков за кровать дают. Хорошо, вторая кровать сколько дается? 130. А может быть, мне надо было две кровати? А, я две кровати и поставил. То есть здесь засчитывается, а там не засчитывается. Хорошо. Ладно, делаем следующую комнату. Здесь надо доделать дырки вот эти, заделать. Доделали. Значит, здесь дверь. Здесь дверь. Здесь, значит, я дверь, скорее всего, закрою. Вот так. Это большая комната будет. Здесь нужно... Две двери мне надо сделать, значит. Погнали делать. Две дверьки. Ду-ду-ду. Если у меня хватит, конечно, ресурсов на две двери. Да, хватает. Первая дверь. Вторая дверь. Так. Будем вот так вот по очередности все делать. Сделал дверь, потому что у меня уже реально места нет. Вот как мне вот это убрать, вот эту вот ерунду? Макет. Я его просто тогда в какой-то сундук скину, что ли. Мне реально этот макет не нужен. Put away. Put away. Перья у нас тут. Все. Все, поехали. Работаем, работаем, работаем. Сейчас мы тут целый город построим. Так. Оп. Первая дверь. Вторая дверь. Сюда сундучок сразу ставим. Сюда. Везде сундучок был. Здесь у нас будет вот так украшение, просто для украшений, так. Значит, две кровати нужны и факел. Факел у меня есть сейчас, факел поставим сразу. Факел готов. Мы построили, вот, уже пустая комната, и уже за нее дают опыт 160. Здесь 80 дали. 80, потому что горшка не было и сундука не было. Значит, мне нужен... А, так, ладно, факел. А здесь какая-то комната, я не понимаю, как ее делать. Здесь получается факел и там, и тут. И как эта комната вообще работает, непонятно. Как ее делать? Давайте с дырки заделаем здесь. Может, такая будет комната, я не знаю. Необычная такая вот. Большая комната будет, зал будет у нас. Для гостей. Гостиная такая. Убираем все, что не надо. Так. Пам-пам. Пам. Тут дверь будет. Пам. Хорошо. Дверька здесь. Заходим. Я просто не знаю, как тут...
стенка. Вот. Все убрать может вот так вот просто. Сделать одинаково. Сейчас и второй левел получим. И можно будет квест доделать. Потому что дальше ничего не дают. Делать нечего в игре сейчас. Вот. Реально, заданий нету. Так, у меня оружие сломалось. Еще оружие надо скрафтить сейчас, сгонять. Все, комната готова. Осталось только поставить дверьки. Тут еще стенки как-то плохо стоят. Может что-то сделать. Ну ладно, как стоят, так стоят. Так, оружие надо скрафтить. Давайте оружие возьмем. Какое оружие самое лучшее? По-моему, вот это самое лучшее. Два. Да, это типа самое лучшее оружие. На данный момент, что у меня есть. Значит, оружие сделали. Так, его надо еще одеть. Его мало сделать, надо еще одеть оружие. А, у меня и было оружие. Зачем я скрафтил? Дополнительное. У меня было. Значит, две двери надо делать, по-моему. Хотя нет, мне надо... А, ладно, погнали. Ресурсы закончились. Нужно будет немножко пофармить сейчас. Все подряд сфармлю. Даже жидкость вот эту, хотя она не нужна вроде сейчас прям. Оп, оп. Кстати, этот чувак Зельду напоминает. Ну, такой же маленький, также выглядит похоже. Линка Зельды. Зельда, это же девочка. Вот он, Линкон напоминает он. Так, 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 так. Так, что здесь интересно? А, здесь грибы можно найти. Ну, давайте возьмем грибов. Черепа тут какие-то, скелеты. Нам много строить, поэтому я много ищу крафта. В игре музыка еще как-то... Она нормальная, но она уже приелась. Треков мало музыкальных здесь. Может быть, на первом уровне только так? Я не знаю. Хотелось бы пару новых треков услышать музыкальных. Так, а где наш дом? Вот там мы живем. Скоро я тут все зачищу, у меня ресурсов не будет вокруг нашей базы, потому что я тут все уже прям сломал. Но может быть, они время от времени снова появляются, я не знаю. Может быть... Но в Майнкрафте, по-моему, не появляются ресурсы. Если, например, в начале 10 коров, то и ты все 10 коров убиваешь. Больше коров не будет, я так понимаю. Или они появляются снова в Майнкрафте. Вот как здесь, интересно, работает. Так, вот тут еще немножко, и пойдем сейчас делать все, доделать надо. Ну что, нормальная игра такая. Ненапряжная. Хорошая такая. А мне просто интересно, что ждет меня дальше, потому что пока непонятно, что тут вообще впереди меня ждет. Насколько глобальная вообще, насколько глубокая игра. Что дальше будет. Ну только пока нормально поиграть так. Крафтим, значит, а... Сколько? 4 матраса точно надо? Раз. Два. Три. И последний. Хорошо. Дальше две двери. Ой, не надо мне это. А, две двери. Двери, двери. Вот первая дверь. Вторая дверь. Дальше надо два горшка сделать. И два сундука, походу. И все. И два сундука. Факелы там вроде есть. Но у меня есть скрафченные. Все, погнали. Ля-ля-ля. Так, первая, значит, дверька здесь. Опа! Так. Значит, спать будут ребята здесь. И здесь. Так. Горшочек, пожалуйста. Да, уже почти возьму сейчас второй левел, я думаю. Мне одну комнату только доделать и все.
А, подождите, эта комната уже была сделана, я дверь не надо было делать. Ну ладно, ничего страшного. Раз, два. Так, и горшочек. Ну что, второй левел? Нет, не хватает на второй левел. Горшочек теперь хватает? Нет. Еще один горшочек просто нужен. А, сундука нету. Если сундук, по-моему, поставлю, уже будет нормально. Да, второй левел я взял. У-ху! Ну что, теперь можно поговорить с ним, что он дальше нам скажет. Замечательно, Андромалик. Ты становишься легендарным строителем. Неважно, сколько ты монстров победишь. Главное, скрафтить хорошее оружие и защиту. Чтобы база была в безопасности. На нас нападать, что ли, будут? Seed of Life дали. Еще плюс 5 здоровья. Опа. Давайте попробуем. Use. Ням-ням-ням. Сколько? 55? Да, 55. Растем. Так.